Доброе утро! Доброе утро! Good morning! Доброе утро всем! Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Сегодня 30 июля. Мы находимся 30 июля 2019 года. Мы находимся в Хельсинки, в столице Финляндии. Вот. И у меня, ну, как всегда, небольшая проблема с моим интернетом. У нас есть симки, в которых есть интернет. Но трафик не очень большой, поэтому у меня не получается загрузить хотя бы даже полвидео. Снимаю много. Из Санкт-Петербурга сегодня утром я последнее видео выставила. И мы вчера, когда вернулись, вот Саша тащит мой компьютер. Вот. Мы вчера, когда вернулись с прогулки вчерашней, хотела Танюшка со мной своим интернетом поделиться. Но никак мы не нашли, как это делать. Как-то получилось на 5 минут. Или на минуточку даже она подключила. Потом это все отключилось. Это наша непрошаренность в этих новых технологиях. Очень было обидно, что я не смогла ничего загрузить. Она говорит, давай или пойдем. Но уже было поздно, уже 9 вечера было. 3 часа мы с 6 вечера до 9 с ней пытались хоть что-то сделать. И я между делом еще монтировала видео. Она говорит, давай пойдем в ту библиотеку, да, в которой мы были вчера вечером. Вот эта старинная прекрасная библиотека. Там, говорит, есть Wi-Fi. Но вечером мы уже не пошли. А утром вот Саши, он собирается встретиться со своим пакистанским другом. И он говорит, давай зайдем, если у него есть, попробуй у него загрузи. Если нет, я тебя отведу в библиотеку. В общем, посмотрим, как день сложится, мы всему рады. Здесь вот собачки. Dogs yesterday play here. Место для игры собачек. Вот здесь вот люди сидели, отдыхали на этих лужайках. И 9 утра. Вот так этот райончик выглядит тихо. Ни одной машинки, ни одного человечка. No cars, no people. 9 o'clock. Вторник. Monday, Tuesday, да? Today, Tuesday. Tuesday, да. Tomorrow, Wednesday. And Thursday, early morning, we go. Завтра среда. Frankfurt. И в четверг рано утром мы улетаем во Франкфурт. Ой, тоже самокат. Да, это для аренды. GPS. Они знают, где ты запарковал. Потом приедут специальные люди и заберут. Но, честно говоря, вот по сравнению с Индией, с индийским утром, вот это вот, мне кажется, как будто бы я во сне, потому что в любое время, не говоря уже о 9 утра, в Индии будет бежать тысячи человек куда-то по своим делам. Их очень много. Вот. Да. Сломалась антенна. This broken? Broken? Сломалась? No, maybe. Сломалась немножко. Но он ее, наверное, вон подкрутил чуть-чуть. Ну, пошли, чтобы нас тут не заподозрили. Смарт-кар. Ну, до чего мне эти собачки нравятся? Да, такая пустая улица в Индии может быть только во сне. Чистая, сказочная. Дровишки для чего-то. Ага, дерлинг. Mine good sign. Перышки. Федер. Big one. И вот там вот грустная рыба. Мы уже ее рассматривали издалека. Вам, наверное, было не видно, а сейчас, наверное, будет видно. Вы из библиотеки? Да, да.
Мне, да. Танюшка сказала, что она уже с 8 утра открывается, эта библиотека. В общем, сейчас посмотрим, как масть ляжет. Куда пойдем? Сначала, наверное, к его другу сходим. Вдруг у него есть Wi-Fi. So cute building. Милое такое здание. С круглыми стенами. Even wheelchair people can go. Да. You know, when you have wheelchair? И с колясочкой Very или на кресле инвалидном можно сюда подняться. Вот трамвайчик шестой сюда ходит. Number вот она библиотека, где мы вчера заходили, снимали. Смотрите, двери уже открыты. If we not find internet with your friends, you will bring me here, okay? Да. Говорит, да, понимаю я с первого раза. Very good car. Very good car. Мустанг. Саши и ручками помашет и покажет лайк. Уже задружится. Мой, говорит, лучший друг, этот пакистанский товарищ. Говорю, ну да, Финляндия это пока твой лучший пакистанский друг, потому что он первый. Пицца. Да. Здрасте. Hello. Здрасте. Да, они из других стран. Они здесь работают в хороших ресторанчиках. Do you remember place where we going? Я говорю, ты помнишь, куда мы собираемся? Он говорит, я думаю, вот туда. Да. Потому что одна я потеряюсь уже на первом же повороте. Смотрите, как водостоки запакованы. Для них, вот для воды, желобочек. И он, да, for water. С крыши не отдельно вот эта труба, а прямо вот запакован в дом, в стену. А, американская компания, они продают дома, апартаменты. У них хорошая зарплата, и они еще 3% комиссия имеют. А что это? Вот не знаю, что это. Но на секонд-хенд не похоже. На Киркуторе. Какие, да, высокие каблуки. А вот на том цветастом вообще. И на белом, и на желтом. Сумочки, клатчи. Котик. А это что такое? Ну, это кэнди. Я думаю, это конфетки кто-то рассыпал. Стиралка. 449, а была 899. Все что-то дорого. Да, кулер, вот смотрите, 499. Ну, я не знаю. Надо в Кирпутории покупать. Наши очень многие, когда мы ездили сюда за секондом, они в кирпушниках покупали велосипеды, велотренажеры, кресла кожаные и привозили. Ну, там платили какой-то штраф. Мы тоже привезли с Сережей однажды такое красивое белое кожаное кресло. Буквально, не знаю, там чуть ли не за 10 евро купили. Вот. А вот он, этот магазинчик, куда мы пришли, к его другу. О, в 9. 9 o'clock. Да, сейчас уже 10. Он же нас к 9 пригласил, вернее, Саши. Ну, ты можешь меня в библиотеку отвезти. You can bring me to library if you want. Ну и вот индийский этот магазин Махараджа. А я вообще могу пойти в секонд-хенд. А идите вы в бухгалтерию. Я вот возьму и пойду в бухгалтерию.
Вот там вот мы вчера веселились. Он говорит, я видел тебя. Он это... Откуда он видел? Хаохисою. А, он внутри. Он Саше позвонил. Вот все, буквально минутку не простояли. Намасте. Я, говорит, здесь с 8, но, говорит, мне надо было в другой магазин уйти. А он что, хозяин всех магазинов? Здорово. Вот он тут, вот кулер. Кулер, который работает и на охлаждение, и как вентилятор. И, может быть, наверное, как эко-кулер. А, есть там. Давай, хорошо, ага. Give me компьютер. Я сяду, они все равно будут болтать, как и мы с Танюшкой. Они, Саши нас не понимает, но он имеет терпение. И также я имею терпение часами сидеть, когда он беседует с индийскими, пакистанскими друзьями и с друзьями из любых других стран. У нас это уже привычка, что мы терпеливо относимся к нашему языковому барьеру. Мне почему-то не получилось, не видит Wi-Fi этого отеля. Ван, ага. Бас, ага, спасибо. Wi-Fi этого отеля не видит, поэтому я не могу подключиться. Спасибо, thank you very much. Ну, я пока помонтирую немножечко видео. Время много надо. И потом пойдем в библиотеку, постараемся там загрузить. Джаконда. Мне так нравится. У нас дома мама очень любила, висела эта репродукция, а я ее, ну, не то что боялась, мне так любопытно было. Я везде бегала, пряталась, а она везде следила глазами. Мне казалось, у нее прямо глаза вот туда-сюда вращаются. Когда маленькая была, она мне казалась очень-очень старой какой-то, прям такой вот старухой, которая за мной следит. Так я и не подключила интернет. Так, видно ли? Нет, тут есть Даниэль кафе? Нету Даниэль кафе. Чуть-чуть он у меня просветился один раз и опять исчез. Женщина идет с такими чудными собачками, маленькими. Он прямо даже хозяин, даже извиняется, говорит, извиняюсь, я даже не знаю, в чем проблема. И показал свой телефон, видно, что на его телефоне эта сеть высвечивается, на моей почему-то нет. Такой вчера такой прям вообще, Саши говорит, я стал расплачиваться, ну, мы попили кофе, там ели чизкейк, 25 евро поели. Он говорит, не-не-не, не плати. Саша говорит, нет, я не могу не платить, ты что? Это бизнес есть бизнес. И дал ему 40 евро. А тот говорит, ну тогда вот возьми 20 сдачи. На 5 все равно сделал скидку. Он до нас съел тоже чизкейк и кофе выпил. И когда мы пришли с Татьяной, вот еще мы тоже тут чизкейк ели, тоже 3 кофе. Ага, хорошо. Вот у них так это вот принято, прямо угощать, угощать. Ага, да, да, thank you, thank you. О, fried eggs. Our favorite food in India every morning. We eat this or idli vada. Thank you. Спасибо. It's already salty? Yeah, already he put it in. Oh, I like toast. Пошли. Thank you very much. Шукрия. Давай. Он вернется сейчас. Саша вернется. Это вот мы в Дэниелс кафе.
Но, говорит, работает, показывает Дэниелс кафе. У меня тоже, я уже нашла эту сеть, но ограничено, limited. Try, because maybe tomorrow I also need library. Мы попробуем все-таки в библиотеке. Не получится? If no possible in library, we come back. Мне надо хотя бы три. Да, мне хотя бы три надо загрузить. First this. Yes. Он говорит, может быть, ты хочешь в городскую библиотеку, в ту новую, большую. Но это прямо рядом с домом, вот эта библиотека. И мы даже можем, если захотим, вечером еще сходить загрузить. В общем, надо проверить. We have to check, darling, library. If good connect, even evening we can go and download. Why not? Вот. Всегда не ожидала, конечно, что в Финляндии будут такие же проблемы, как в ГУА, что придется бегать и искать, где бы загрузить видосики. Снимаю много, а загрузить не всегда. Получается Lidl. Парковка Lidl. Паркинг of Lidl. This Lidl. И вот он сам магазин Lidl. Окна моют на четвертом этаже. Вот с такой машины. Ой, меня аж качает. Стою под этой стрелой. Аж голова закружилась. Увозят мусорку. Что-то она не едет, да? Или привозят? Да? Ну, может, так и поедет на колесиках. Смотри, говорит. Конечно. Мне интересно. А вот так и поехала. Нет, не так. Папа помогает. Ой, что-то вылилось. Молоко. Ну, потом улицу помоют. Вот и все. Легко и просто. Very easy. Не забудь мой компьютер. This empty. Это же пустая. Еще не все тут заполнено. Да, они ремонтируют. Сейчас посмотрим, со скольки она открывается. Вот time open. А какая лапочка. Лапочка. Ну, we will see. What time? 8. С 8 до 8. Да? One more we have. Он хочет сходить покататься вокруг еще на трамвайчиках и вернуться, и чтобы ему написали название этой библиотеки, адрес. Молодец.
гостем сюда должны приехать Татьяна и ее муж и нас забрать. Сегодня мы должны поехать на острова. Она сказала никуда не уходить. Будьте на связи. Смотрите, можно приводить животных. Очень. Все, ну сейчас я собираю тогда, закрываю компьютер. Здрасте. Как здесь классно. Да. Вообще. Старинная, да, потрясающе. Спасибо. Хрен оторвешь, называется. Хрен оторвешь. Я верну. Приеду из Германии, верну. Все хорошо. Дарлик, экминец. Экминец. Финиш. Это клеенка, чтобы не могло. Ух ты. Это у меня вчера сорвало замочек. Можно. Все в библиотеках. У нас, знаешь, сколько много такая библиотек? Читающая нация, да. Ну, я сейчас почитала про ту библиотеку Ода, которая вот новая открылась. Оды. Оди, да. Ну, вот там написали, что в переводе это Ода, значит. Ода, как стихотворение такое вот большое. Так. Поэма. Что там писалось? Ну, невероятное количество книг, невероятное количество библиотек в Финляндии. Очень и, много. По-моему, 17 тысяч квадратных метров это вот библиотека Оди. Ну, мы еще даже по всем кабинетам не прошли. Да. Где стеклянный, где студию можно... Там можете знакомиться, там работает, там очень много интересных вещей. То есть ты можешь как бы даже, не платя деньги, ты можешь сделать 3D какой-нибудь... Как бы, как а мы уже видели 3D. Только мы не видели, как это делать. Мы не видели, как делать. Там есть маленькая студия, фотостудия. Можешь в любой момент прийти, заказать время, пофотографировать там. Снять видео, блог. Не видео, а фотографии можно делать. Вот. То есть не надо за студию платить деньги. Ага. Она маленькая такая, ну, я не знаю. Может, а кабинетов сколько много, да? Один, да. Посидеть в тишине. Пожалуйста, развались и читай. Один даже спал, помнишь? Угу. Ой, сегодня холодно, как здорово. Это надо хорошо. Кофту взять. Лучшая погода. Но на острове будет сильно дуть. Это правильная погода. Нам такая должна быть. Я смотрю, Финляндия. Остров очень интересный, кстати. Да? Вот, да, начало Хельсинки началось. Надо будет про него погуглить. Это как бы форт. Туда очень много ходит туристов. Очень много. И потом очень много художников, режиссеров.
Ну, все, которые творческие люди, ага, частенько там гуляют. Если хочешь расслабиться и хорошо прогуляться, то welcome. Welcome to остров.